«Я люблю тебя, жизнь» под таким названием уже в 9-й раз в Магнитогорске на базе Дома дружбы народов прошел фестиваль ветеранских хоровых коллективов. Нынешний фестиваль по инициативе организаторов городского совета ветеранов был посвящен столетию ВЛКСМ. Это не случайно. Почти все участники хоровых коллективов прошли школу комсомола. По-прежнему бодры и, как поются в песне, «Покоем только снится». 18 хоровых коллективов и ансамблей представили на суд жюри по 3 музыкальных произведения. По традиции первым на сцену вышел хор «Память сердца». Более 15 лет он участвует в городских и областных конкурсах. «Память сердца» – самый возрастной коллектив. Половина его участников перевалила за 80 лет. Душой и сердцем они поют песни о войне, на которой погибли их отцы. Непременные участники фестиваля – коллективы «Мы уральцы», «Светелка», «Уралочка» и «Магнитка». Любимые песни многочисленные зрители принимали на ура, подпевая каждой композиции. Фестиваль «Я люблю тебя, жизнь» уникален тем, что на нем не присуждают призовых мест. Всем хорам и ансамблям достались дипломы в различных номинациях. За сохранение традиций и молодость души, вдохновенное исполнение популярных песен, интересные находки в раскрытии драматургии произведений, пропаганду национальной культуры и традиций, творческую индивидуальность и исполнительское мастерство. Финальным аккордом фестиваля стало общее исполнение артистами и гостями, ставшей заголовком происходящего песни «Я люблю тебя, жизнь».